Всем привет, с вами Дмитрий, и вы находитесь на канале Димидро98. И сегодня мы продолжаем играть в Galactic Civilizations Altarian Prophecy. Итак, мы можем начать что-то исследовать сейчас. Что-то исследовать. Получается, производство мы исследуем. И здесь продолжаются различные проекты. На Зевсе у нас готов колониальный корабль, чтобы... У него 0 ходов, это значит, что он не сможет никуда двигаться. А этот колониальный корабль еще сможет. Ай, Гладстоун 1. Можно сюда, конечно, высадиться, но... Очень будут плохие результаты колонизации. А здесь у нас хотя бы 12, и здесь мы сможем колонизировать эту планету, если будет необходимо. А здесь у нас звездная база, на которую надо нападать тоже. Пока что посторожим корветом здесь. И здесь выбор тогда будет упускать корабли, которые будут атаковать в этом направлении. Список планет у нас есть, список кораблей, политика, внешняя политика и исследования. Вот у нас есть вкладки еще внизу. Мы их не открывали, не смотрели. Вот у нас список планет, и можно посмотреть, что выпускает каждая. Получается, очень-очень-очень много всего выпускают тут планеты. Корабли тут всякие. Тут политика. 75% рейтинга у нас. 266 дохода и 248 расхода у нас. Вот что. Можно немножко поднять налоги, чтобы у нас увеличивались поступления. Можно уменьшить или увеличить расходы. Чем больше расходов, тем больше, наверное, эффективность всего. Вот наше правительство, можно либо имперское, либо республиканское правительство выбрать. Но это потом. Губернатор. Еще можно губернаторов, наверное, назначать на системы разные. Внутренняя политика. Это все внутренняя, кстати, политика. Domestic policy. В чем мы вообще вторые? Мы вторые по экономике, по военной мощи, по популярности и по казне. А по всему остальному мы уже вышли на первое место. Причем достаточно давно. Так. В исследовательском плане у нас постоянный рост. В плане влияния тоже. В плане казны у нас все хорошо пока идет. В плане населения это скорее всего в миллионах. 66 тысяч миллионов, то есть 66 миллиардов у нас было. И это на предыдущий год. Мораль практически не снижается, дипломатия на нуле. В общем-то, особо ничего нет. Здесь у нас внешняя политика. Тут у нас военный ход сильнейший и экономика сильнейшая. Отношения в состоянии войны. Мы можем дестабилизировать, на что потратим. На что тратим сейчас 0 кредитов. И шпионаж. Мы можем еще производить шпионаж. Тоже 0 кредитов. Тут у нас всякая статистика.
есть отчеты. И война, естественно, мы в войне с трианцами. И объединенные планеты. Теперь у нас больше... Теперь у нас больше голосов, чем у трианцев. На данный момент маленьких рас нет, и все. Мы пока тут постоим, понаблюдаем за звездной базой. Чтобы лишних движений не было. Так, мне надо на Титус еще какие-нибудь. Вот, тут, кстати, 12 полечился. Это значит, можно направить на Титус. И все-таки, куда же мне направить? Куда же мне направить? Направим, скорее всего, на Визард 1. Хотя бы он будет полезен там. Подкрепление тут едет. Кстати, мне нужно посмотреть. Транспорт, батлкрузер, батлкрузер. Тут истребитель, тут транспорт, истребитель. Корвет на Марции 3. Крейсер, корвет. Тут колониальные корабли, где колониальные, где корвет. Есть еще конструктор. И сейчас у нас 67 миллиардов человек. Это в миллионах тут показывается. 67 826 миллионов. То есть 67,8 миллиардов. Вот что получается. Ну ладно, наверное, нам все-таки следует сделать ход. Ход. И вот у нас почвы. Почвы сделались. Тестер 2. Так, окружающая среда. То есть среда обитания. И здесь получается тоже на защиту поставим пока что, хотя это... И тут тоже на защиту. Это не очень, конечно, выгодно на защиту ставить атакующие корабли. Но что получается, то и получается. Так, здесь 0 из 5. А здесь что? Попробуем на Сколба загнать популяцию, то есть население. Так, Сколба. Вот, по сути. 1% морали, почему? Непонятно. Видимо, все-таки население можно перемещать через корабли. Так, мораль единичка, мораль единичка. Ну, скоро у нас качество повысится, 25 месяцев. 272 можно, конечно. Сейчас у нас класс 11 и мораль 8% хотя бы. Дальше что можно сделать? Окружающую среду. Здесь уже 11, слушайте. То есть, если мы еще на 10% увеличим, тогда у нас будет класс 12. И мораль, наверное, должна повыситься. Сколбо. Мне нужна эта планета. Так, а здесь-то что у нас? Посейдон 2. Десяточка. Это не очень. Это вообще не очень. Так, здесь 2 из 3. Погнали дальше. Так, вот тут у нас корветы пошли. 12 месяцев. 12 месяцев. Так. Потом у нас истребитель. Истребитель пошел. Истребитель, кстати, на Сколба. Мы его отправляем. Корвет 86.
86-й, то есть почему-то 86-й, непонятно. Так. И тут у нас дальше корвет пойдет. Здесь окружающая среда. Здесь тоже окружающая среда. Короче, где у нас 15 больше, там и мораль 100%. О, тут мораль уже 10%. Никакого прироста вообще. Одни убытки, но, видимо, оно того будет стоить, в конце концов. Так, ну-ка. Тут у нас есть 15, Гаусс 5. Эта система обязательно должна быть наша. Хотим жить как хотят, минус 9 по... Ладно, нейтральные, опять же. Такое у нас уже было. И что, колониальный корабль мы сделаем здесь. И... почвы. Тут у нас есть Саурон. На Гауссе мы Артемис можно колонизировать. Короче, наша задача отрезать им колонизацию. Это вот самая главная наша задача будет пока что. Так, здесь. А, тут ходить не надо. Ходить он не может. Так, тут... тут Марция. Из Марции нифига себе лететь-то куда. На восток полетим. И тут... Визард 1. У нас есть возможность колонизировать Визард 1. Хотя бы 12. Хотя бы. Тут опять же среднее... 38%, но ничего страшного. С этим мы как-то справимся. Колониальный корабль, еще один. И почвы. Вот этот сектор весь наш. Отсюда мы можем запустить какую-нибудь атаку хорошую. Так, вот этому надо в автопилоте передвигаться. Продвинутое межзвездное производство. Коммуникации. Ремонт. Гравитация, вот. Радиус действия у нас увеличится. Или гиперпространство. Вот, гиперпространство нам нужно. Тут у нас на Маркусе все пошло замечательно. Дальше что? Дальше экономика нужна. Банковский центр. H3. Улучшение среды обитания. Есть лаба, через месяц будет готово. А тут у нас с Патрокласа еще два истребителя не вылетели почему-то. Так, сформировать флот нужно. Так, ну вот, кстати. С востока, если что, они поддержат там. Здесь никого нет. Но здесь и заселяться-то никак нельзя. А тут у нас есть колониальный корабль. И возвращаемся на место. Перехватываем все колониальные корабли, которые вообще встречаются у нас на пути. У нас тут есть теперь истребитель. Мы, кстати, и население их уничтожаем эффективно, уничтожая их колониальные корабли, потому что они на них загружают население. Итак,
банковский центр в этот раз вперед на парковости построим. Так, у нас тут теперь, я думаю, достаточно всего. Достаточно средств, чтобы начать. У нас тут один корабль. Угу. А теперь погнали. Так, 1 миллиард против 978 миллионов. Так, у нас маг-драйверы, в принципе. Так, ну в принципе тут у нас очень много кредитов пойдет. Информационная война. 2200, ох, как много. Ладно, традиционная война. Одиннадцать на два, идеально. 168 миллионов потерь у нас, и у них 978 миллионов. И походу все, еще торговлю сперли. Отлично, вообще у нас хорошая система. 14 и 13 еще есть. Колониальный корабль. Хорошо вы построили. У нас тут еще почвы, среда обитания. Титус захвачен. И мы, получается, рассекли цепь снабжения. Тут получается... Опа-на, что тут у нас есть? Тут у нас колониальный корабль. Надо бы его перехватить, только мы сейчас это сделать не сможем. Здесь они... Так... Кто там на восток шел? Вот эти люди на восток шли. Но мы все равно не успеем здесь все, здесь ничего не сделать. Так, встаем возле Питры и таким же методичным способом будем уничтожать. Блокаду типа взяли. И будем что-то делать с этим. Здесь корвет возле базы тоже постоит. Неплохо. Ладно, тут на восток шли, поэтому полетят тоже. Тут флот из двух летит дальше. Так. Вот этих надо. Угу. Тут торговля пошла. Вот значит у нас какие технологии. Технологии у нас есть гиперкосмические. А гиперкосмические нам нужны технологии. Промышленный центр. Это хорошо. Мы можем теперь быстрее строить, видимо, здание. Так, 125 месяцев, тут 12. Электростанция, Эпсилон. Тут у нас... Вот, тут у нас колониальный корабль готов. Мы его запустим. Эпсилон, куда он пойдет? Эпсилон. Тут некуда идти, но есть куда идти. Вот, да, тут Артемис уже есть, 786 миллионов. Так, здесь мы встанем в блокаду, они за день все равно не сделают никакой корабль. А это значит, захватить будет достаточно легко. Так, и в самый восток надо все-таки, наверное, залететь нам. Пока это не сделали они. Так, корвет 83. Старфайтер тут уже, в принципе... Почему я вообще хранил эти сообщения, непонятно.
Если уже возле Тубана стоит. Угу. Итак. Самые влиятельные это Терраны, конечно, теперь. Вот, тут у нас уже 25 класс качества. Это значит вообще все замечательно. Лучше не бывает. Несра 4. Тут что у нас есть? Опять же лабу сделаем, Октавия 1. Опять лабу сделаем. Так, тут у нас вход пошел. Вот сюда пошел. Здесь на оборону. Так, корвет еще один. Корвет еще один. У нас есть. Но мы можем поставить. Что поставить можем? Фрегат. Фрегат это 5-4. И 50 месяцев. Можем транспорт поставить 18 месяцев. Фальшаин 4. Что у нас дальше? Улучшение среды обитания. Здесь Руссен 2. Опять же, улучшение среды обитания. Тубан 1. Улучшение среды обитания. В общем-то, все. Что у нас по военной мощи? По военной мощи мы начинаем потихоньку догонять. По экономике там проседает, видимо. Технологии падают. Влияние растет наше, и их остается на месте. Производственная мощность у них падает очень сильно. Мы в два раза опережаем по производственной мощности. Так, здесь нет защиты. Это значит, нам нужен транспорт. На Тубане, кстати, что есть? На Тубане. Из Тубана тогда вылетит эта фигня. Если мы в тот сектор вылетим, а здесь в этот сектор вылетим. Кстати, разведаем, пусть ту планету. А тут уже есть их. Так, ладно, пусть тогда постоит там. Этот постоит здесь. Этот ход пойдет дальше туда. Этому автопилот. Тубан 1, Нестер 2, тут. Все хорошо. Вот сделали. У нас есть теперь гипердрайв. И оружие из антиматерии. Или оружие на антиматерии, непонятно. Так, банковский центр Примус 2. Так. В общем, нам нужно что-то делать. Видимо, электростанцию. Тут у нас транспорт. О, транспорт готов, что ли. На Ратри транспорт готов. Колониальный корабль. Тут у нас 2 миллиарда отправим на Примус. С Примуса, точнее. Куда-то надо перевести этих людей. Так, Артемис. Вот следующая наша цель. Так, пошло все дальше. Так, продолжается у нас игра. Сентябрь 2186, и мы видим, тут у нас 4
планеты защищены. Одна планета тут защищена Дефендером. Защита у него 3. И это значит... О, тут у нас истребитель-то оказывается с 5-й атакой уже. Титус. Так, с Титуса мы направляем тогда 3-1, который... Истребитель еще, блин, первого поколения, не знаю. Так, а тут на автопилоте... Ох, 4 хода всего. Жестко, жестко. Значит, эту флотилию мы направляем на запад, чтобы она основные миры тут захватывала. А мы пока здесь вот пройдемся по мирам. Тут хорошие системы, поэтому мы их захватим все. Так, для начала Саурон только. Здесь мы встанем на защиту, на защиту и на защиту. И тут тоже. О, транспорт — это хорошая вещь. Транспортные нам нужны как воздух. Так, тут у нас 1-5, тут у нас 7. Здесь нечего колонизировать, в общем-то. И здесь тоже. Короче, самое главное — это... Так, интересно, может быть, мне на Артемис сгонять? Или не получится? У нас есть почва, почвы и колониальный корабль. Эстерфелд. Нет, это Андерсона 3 еще. Вот что. Итак, улучшение среды обитания. Тут у нас Вестерфельд 2. Так, 532, погнали. Вестерфельд 2. Что дальше? Среда обитания. А что мы можем, собственно, колонизировать? Осталось... Здесь ничего мы не можем колонизировать. Здесь только... Здесь ничего тоже. По сути, мы колонизировали все, что можно. Остается мне только найти планеты, которые нам нужны. Итак, здесь. Саурон. 0 из 4. В случае чего все у нас могут выдвинуться. А тут у нас... Мы хотели проверить, можно ли вообще это сделать. Ладно, когда Артемис захватим, сюда переместим население. И сейчас посмотрим, где у нас еще колониальные корабли делаются. Так, колониальный корабль нам тут не нужен. Нам нужен уже корвет 3-2. Дефендер 1-3. Фрегат 5-4. Но фрегат делается долго. Поэтому мы сделаем транспорт, тем более он нам нужен. Хотя на Альшаине это не стоит делать вообще. Пусть сделают, что ли, дрона. Или скаута. Или истребитель на худой конец. Нет, лучше пусть крейсер делают тогда, чё уж. Эпсилон. Нахрена нам здесь колониальный корабль, я не понимаю. Здесь тогда надо сделать конструктора, может быть. Автопилот. Автопилот нам, мы куда доберемся? Ладно, мне нужно посмотреть, где еще колониальный корабль. H3. Это вообще где? Это самый край. Мне нужен истребитель. Так, дальше что? Где еще? Дестер 2. А вот Дестеру нужно транспорт делать. Срочно. Он быстро его сделает. Зевс 3.
Зевс это передний край, так что мне не нужен здесь колониальный корабль. Или нужен? Хотя нет, не нужен. Мне нужен здесь транспорт. И что еще? Зевс 3, Вестерфельд. Вестерфельд колониальный. Да тут все колониальное, Титус 3. Титус 3 нужно транспорты делать вот этой системе. Или что еще делать? Фрегат с 51 ход. Истребитель хотя бы пусть сделают. Гаус. Какой колониальный корабль? Какой тут нафиг колониальный корабль может быть? Если нужен уже транспорт. Тут просто транспортами их позахватывать, да и все. Так, колония, колония. Здесь, в общем-то, и один колониальный корабль все-таки нужен, чтобы сюда отправить. И на Аль-Шаин все-таки нужно колониальный корабль поставить, вот 6 месяцев, и все, больше никуда. Так, Soil Enhancement, это все мы сделали, в принципе, так-то. Аль-Шаин только должен делать колониальный корабль, больше никто. Дальше, где у нас еще Wizard 1? Зачем он делает колониальный корабль? Здесь нужно делать что? Здесь нужно делать, скорее всего, даже корвет. Вот корвет сделали. Наставил тут колониальных кораблей Вестерфельд 2. Здесь нужен, опять же, истребитель. Все, колониальная фаза закончилась. Мне нужно теперь так, Аль-Шаин делает колониальный, Нестор все еще делает колониальный. Куда он делает колониальный? Я не понимаю. Истребитель. Колония. Две колонии еще у нас на Примусе и на Тубане. Хотя бы пусть истребители делают. Итак, что еще? Где еще есть? На Тубане. А Тубан где? Тубан передний край, пусть делает транспорт. Так, ну все вроде на Аль-Шаине, только остался колониальный корабль, где он и должен быть. Все. Вот. Так, здесь у нас Артемис. О, у Артемиса появилась защита. Так, 6 на 2, хорошо, традиционная война. 7 на 2, 178 на 728, все правильно, все хорошо. Саурон 1, тут у нас защитник скоро бы сделался, но нет. Мы им обломали тут все. Истребитель пусть делают. Тут у нас лаба была. А мы что поставим? Ну, лабу в принципе и оставим. Так, тут у нас... Идут два корабля. 38 дефендеров у них. Прекрасно все пошло. Йодунхейм тут у нас еще какой-то. И у них у всех есть корабли. Нужен транспорт. Так, 9, Касси 1. И вот тут Касси 1. Так, и... Рассмотрим еще. О,
тоже их система. Но получается, мы вовремя остановили их экспансию. И теперь они вынуждены работать с тем, что есть. Так, тут у нас два. Колониальный корабль еще есть. И скоро он, наверное, вылетит отсюда. А нам нужно не дать это сделать. Нам нужен транспорт где-то. У нас есть колониальный корабль, которым можем перевозить каких-то колонистов. Круговую блокаду сделаем. Здесь у нас Артемис с корветом. С одним корветом мы здесь не справимся никак вообще. Поэтому просто мы поставим его здесь. Здесь у нас два корабля. Здесь у нас колониальный пойдет. И вот тут дальше пошло дело. Пошло. Где вообще еще? Вот тут у нас транспорт откуда. Он еще из домашнего сектора не вылетел. Колониальный корабль идет вот до сюда, с колба. Тут надо поддерживать жизнь искусственно. Тут нам надо подкрепление Титус-3. Титус-3 будет делать транспорт следующим. Так, тут на Титусе что есть? Тут есть подкрепление. Подкрепление у нас тут есть для Артемиса и Йотунхейма. Ну, короче, как получится. Ладно, дойдем до границы сектора. Здесь тоже пока постоим. Ой, где у нас транспорты-то эти долбаные? Мне нужно проводить уже нападение. А нечем. Транспортов нет. Сколбо наконец-то догнали. 3 миллиарда человек на Сколбо. Ну, надеюсь, побыстрее что-то сделается. Транспорт на Ксасике, наконец-то. На Хестии что-то есть. На Хэтче что-то есть. Так, а Ксасика что у нас? Транспорт. У нас есть миллиард, чтобы запустить. И мы это запустим. С Хэтча пусть идет. Наверное, звездную базу будем штурмовать отсюда-то. Есть. Куда же к передку подтягивается пусть. Так, еще немножко здесь постоит. Антиматерия, это хорошо. Это хорошо. Значит. О, батлшип. Тут вообще хорошо. Фокусирование энергии за 4 месяца. Сделаем, конечно. Почвы. Еще нужно улучшить среду обитания. А здесь что? Здесь надо... Здесь надо, наверное, электростанцию сделать. А здесь лабу. А здесь уже все сделано. Угу. Тут все есть. Тут стоп. Тут пойдет круговая. Тут транспорт. Тут истребитель. Дальше пошло. Истребитель, во.
Хорошо. Истребители Лаба. Отлично, все. Нестро, дальше. Так. Защита. Так, корвет. Пошел корвет. Дальше корвет. Марция тоже отправляет. О, тут уже очень близко все. Надо на Питру. Мне вообще надо очень много транспорта для того, чтобы захватить все это. По идее, у меня достаточно сил для того, чтобы пробивать эти планеты. Системы, то есть мне нужно только теперь транспорты, по сути. Банковский центр, это отлично. 20-20 хотя бы сейчас. Мультимедийный центр, это морально, Маркус 1. Угу. Чтобы сделать-то логистический центр, медицинский центр мне нужно. Крейсер будет. Здесь у нас что? Здесь у нас центр производства. Здесь колониальный корабль, наконец-то. Запустим. А дальше что будет? Дальше будет транспорт. И погнали. Сальшеина, Москва. Хм, 2617 миллионов. Дальше. Что мне развить-то надо? Скорее всего туда мне нужно направить это все. Это восточная группировка здесь будет. Западная группировка пока здесь. Это тоже все на запад. Самое главное, западное направление пока что. Это дошли до сектора. О, тут еще долго пилить и пилить. Угу. Культурное влияние увеличилось. И крейсер наконец-то построился. Тут у нас что? На Ратре 1 что-то есть. Мы можем здесь построить что? Мультимедийный центр. Нет. Наверное, медицинский все-таки. Итак. Крейсер. Теперь мы можем хотя бы начать пробивать что-то. Это корабль, который пробьет. Вот у нас Зевс, Т-400, Вон 3500. На что я могу направить это все? Ладно, потом колонистов направим. И все, погнали, штурм Питры. Так, ну что у нас еще есть? У нас здесь еще колониальный корабль. Ух! О, нифига. 1 миллиард на 2 миллиарда, но у них нет превосходства практически. Ладно, погнали. У нас еще, кстати, технологии. 277 миллионов потерь наших и 2 миллиарда у них. Жестко. Культурная торговля. Или культурный обмен. Отлично просто. Что мы здесь делаем? Транспорт. Так, дальше вот эта вся мощь пойдет вот сюда.
Ну и часть этой мощи все-таки, наверное, стоит погнать еще и вот сюда. На Дитву. Здесь у нас есть колониальный корабль и защитник. Питра. Нет, не колониальный корабль мне нужен. Мне нужен транспорт. А еще один транспорт у нас пойдет, скорее всего, на восток. Рассекать тут всякие линии снабжения. Так, тут Питра. У нас 723, и тут еще есть 1700. Надо ускорить немножко развитие. 2444, все хорошо. Так, Титус 1400, Саурон 1400. Вот еще кто на автопилоте. Подобрались. Все отлично тут будет. Наверное, все планеты здесь их, но мы разведаем пока Бетельгейзе. Так, лето тоже. Бетельгейзе, лето, вот эти вот все. Тут даже несколько колониальных есть, которым нет применения, потому что, ну, нечего больше колонизировать, все остальное мы захватили. По сути, мы перерезали теперь всю возможность им, чтобы хорошо развиваться. Так. По военной мощи мы их догоняем, по экономике перегнали наконец-то, по технологиям они в два раза от нас отступили, уступают нам уже. Влияние у них сокращается, и производство тоже проблемы хорошие. Это значит победа совсем скоро. На этом все, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кому понравилось мое видео.